В Дальневосточном федеральном университете прошли тренинги для волонтеров Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке с 10 по 13 сентября. В этом году частью масштабного международного события станут 650 волонтеров. Для них провели специальные инструктажи – от навигации на территории кампуса университета до сопровождения иностранных делегаций. Волонтеры посетили образовательные лекции, где узнали о специфике каждой функции в зависимости от локации и правилах поведения на объекте. Волонтеры знакомились, изучали инструменты взаимодействия с командой, а также рассматривали варианты решения трудных задач и непредвиденных ситуаций во время проведения форума. Все 650 волонтеров были отобраны после обучения и сдачи экзамена.